Здравствуйте, я Алексей Коноплев, это программа «Репортеры». Как обычно, у нас необычные новости. Ну а сегодня предлагаю дружно всем вместе отправиться на прогулку по Самарским улицам. Маршрут будет долгим, но познавательным. От Пушкина к Высоцкому. Квест с аналогичным названием на улицах областной столицы на днях провели сотрудники Самарской областной юношеской библиотеки. Прививать любовь к литературе они решили модными методами и, кажется, не прогадали. Какие тайны хранят городские памятники и что общего у царей с Самарским театром драмы? Репортаж полный загадок и ответов. Александр Сергеевич не ждал, а они уже тут как тут. В гости к Пушкину съехали школьники со всего региона. Самара, Сызрань, Похвистнево, Кинель, Пестравка и Безенчук. Публики с такой географией сам поэт, кажется, при жизни не видел. Мальчишки и девчонки к нему наведались за ответами на вопросы. Участники уже второго по счету самарского литературного квеста сегодня хотят вспомнить все о нем и его коллегах по литературному цеху. Литературный квест и очень с таким своеобразным названием «От Пушкина к Высоцкому». То есть мы просматриваем творчество, искусство, литературу через призму Самары, города Самары, ее исторической ценности. Сотрудники Самарской областной юношеской библиотеки необычный квест еще год назад выдумали и затянуло. Сегодня очередная попытка просветить молодежь ее же модными методами. В руках каждой команды карта Самары с маршрутом квеста. Задания для участников спрятаны в знаковых исторических местах города. У памятников, домов, в которых жили и останавливались деятели культуры, и у самых видных памятников архитектуры. Найти точку – еще полдела. На месте нужно напрячь извилины, вспомнить строгого учителя литературы и на время ответить на хитрые вопросы авторов. Точка первая, следуя названию, сквер Пушкина. Первое задание, викторина! Отвечаем на вопросы. Так, дальше. Ну и как, успехи пока? Отлично! Гугл в помощь! Гуглимся! Товарищ, гуглимся! Если в городе Самара улица Пушкина? Есть, мы знаем! Мы просто из Сызрани! Следом еще один пункт подножья Иверского монастыря. Гостям города явно сложнее. Где что расположено, им сразу не разобрать. Зато с поиском ответов никаких проблем. Искать информацию в интернете не запрещается. Улица вам не школа. Задача организаторов не оценивать знания участников, а помочь им открыть для себя то, что они либо не знали, либо прослушали на уроках. Но даже с телефоном в руках извилины напрягать приходится. Очередное задание у входа в Самарский театр драмы. Участники должны понять, что связывает известную сказку с человеком на фотографии. Какой там поп был? Там же в этом сказку мне найдите и все. Какой сказку поп? Вот эту вот. Я знаю балда и поп знаю. Нет, это сказка, блин. Сейчас. Человек объединяет. Это не сказка о царе Гвидоне, нет? Это произведение игралось в театре драмы, а это актер вот этого попа. Чё ты? Да? Ты не видишь? Итак, от достопримечательности к достопримечательности калории тают, IQ растет как на дрожжах. По пути от Пушкина до Высоцкого школьники успевают прогуляться по Струковскому саду, заглянуть в гости в усадьбу Толстого, посетить точку художественного музея, пожать руку дяде Стёпе и, наконец, прикоснуться к гитаре Владимира Высоцкого. Очень сложная была викторина, так как это... как бы всеобщая культура Самарской области, мы не очень широко знакомы с ней. Самое было сложное, это девятое задание. Пункт, там, где надо было рассказать про Максима Горького, горчичники, вообще что? И самое главное, еще волонтер неподкупный. Мы им предлагали какао. С одной стороны, это хорошо, а с другой стороны, плохо. У литературного квеста есть все шансы получить продолжение. Пока его возрастной рейтинг 16+. Но волонтеры и участники литературной прогулки в один голос твердят, пройти этот путь им было нелегко. А значит, к великому и могучему нужно приучать с молоду. И самое время организаторам выдумать аналогичный проект для тех, кто помладше. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Увидимся в эфире на официальном сайте телерадиокомпании «Губерния». Всего доброго. До встречи.